Третью трансграничную железную дорогу намерены открыть Казахстан и Китай. Уже подписан соответствующий меморандум. Теперь стороны проведут совместные исследования по стыковке и открытию железнодорожного пункта Бахта-Покиту. В целом, во время официального визита президента в КНР было подписано 4 документа, и это только по расширению транзитного потенциала. Как отметил министр транспорта Марат Карабаев, на уровне правительств двух стран создадут специальную группу. Она займется вопросами увеличения мощности среднего коридора из нашей страны в Поднебесную в 5 раз. Эта группа ежеквартально будет заседать и будет определять, что мешает для того, чтобы развивать именно транзитное направление через Казахстан, то есть перевозки грузов между Китаем и Европой. Группа задача стоит его довести пропускную способность от 6 до 10 миллионов, это первое. Второе, его пропускная способность именно контейнерных перевозок сейчас 100 тысяч контейнеров. Мы задачу ставим, чтобы его увеличить 5 раз до 500 тысяч контейнеров.